become gentlemen. Здравствуйте. Welcome. Ой, это храм Джамалена, да? Это офис храма Джамалена. Здесь хранится идея храма. Дома для музыки Битлов. Для Джона Леннона. Как нашего папочки. Джон Леннон наш отец. Отец всем Битлам на земле. Вот, вот этот храм, вот этот дом. Как он видится, как он мыслится нам здесь, в Петербурге. Да. Это здание-скала с двумя шарами. Шар любви и шар мира вращаются на этом здании. Вот таким будет стоять этот храм на берегу залива когда-нибудь, когда мы найдем силы, средства, возможности построить его. Вот еще одна хорошая модель храма. Самая большая модель храма. В углу хорошая белая модель храма. А можно спросить, с какого года существует этот храм? В 90-м году этот храм приснился мне. Когда Джону Сту стукнуло 50 лет. Вот тогда появилась идея построить дом для музыки в Петербурге. Отлично. А вы написали книгу? Я написал книгу об этом, обо всем. О моей любви к Битлам. Вот она. О том, как я услышал впервые эту книгу, эту жизнь, эту музыку. Вот эта книга действительно моя песня. Это моя мечта. Это мой храм. Это книга в виде храма. Вот эта музыка, которую я услышал. Imagine Джона Леннона. Вот с этого все начиналось. Вот первая пластинка на костях. Первый рок-н-ролл на черном рынке, который я услышал. Купил, приобрел и начал слушать целыми днями. И в конце концов понял, что без Битлов нет жизни на земле. Это точно. Вот мои картинки, мои стихи, мои концерты, мои дела. Вот Битлы, как они сейчас, вот я вижу их. Вот календари храмовые. Вот пластинка на костях, с которой я начал. В 64-м году, да? Да. В 64-м году я услышал Битлз. А в 57-м году я услышал первый рок-н-ролл в своей жизни. Еще до Битлз был рок-н-ролл. А что во второй комнате у вас? Там все то же самое. Битлз, коллекция Битлз. О. А это полотно кто нарисовал? Это мой приятель нарисовал, художник. У-у-у. Вот мое имя, вот моя книга, вот мое имя, вот название книги. Коля Васин, человек, который с любовью написал книгу о Битлз, о своей любви к Битлз. О том, что Битлз и есть сама любовь. Битлз из love. Это... Они не только люди, это ангелы. Их послал Господь Бог. Рассказать нам про любовь, про мир, про свободу, про Бога. Ради чего, собственно. Битлз строится храм в России. Мы строим с друзьями храм Битлз в Петербурге, чтобы поселить их музыку навсегда в России.
чтобы эта музыка помогала нам, России, расправить крылья, встать с колен и полететь. Еще в России никогда больше не было ни безобразия, ни войн, ни дураков, ни концлагерей, ничего. Никаких бесов, ничего дурацкого. Только доброе, красивое, клевое, веселое. Это будет веселый храм. Таких храмов нет в мире еще. Это будет храм музыки, храм веселья. Что жизнь дается человеку как праздник. Битлз устроили нам праздник в жизни. Спасибо им за это.